Здравствуйте. А скажите, пожалуйста, почему Наташа не напишет? Я не решаю. Что ж вы? Пожалуйста, скажите, впечатление от этого кода. Ну, ничего. Ничего? Хорошо. Кого такие же впечатления? Отлично. Есть два человека, которые... Вы не успели. Я думал, быстрее все пойдет. То есть, ну, я на следующий раз просто подготовлю, мы будем создавать просто дублицировать. Я из этого сделаю элементик. Я сейчас хочу просто дать по всей маске. Так, скажите, для кого это сложно? Что вы считаете сложно? То есть нам нужно разобраться, что сложно, и убрать вот эти партизаны, которые мешают. Донецкий и крымский партизан. Крымчанам сложно вообще действительно. 77 сейчас не легко. А вы сейчас не поймете, что вы. А почему? То ли русский, то ли не русский. То ли украинец, то ли не украинец. У меня 50-50. Я понимаю. Вот оно, в принципе, все такие. Что у нас? Что? Что у нас там уже бэкграунд, ну, прям цвет бэкграунд, а у вас меняется цвет пока ползникает чего-то. Бэкграунд колор для элемента. То есть я же меняю ему L1. Я же не все меняю, а только конкретному объекту. А L1 это у нас только вот этот. А L1 это у нас вот этот вот он. Вот. Так. Понятно? Ну, а что он является на странице? Просто... Ну, это div с высота ширина и вот. Так, кто считается сложным? Нет, не считаю, что сложно. Ну давайте я буду Владимиром. Доценко. Васильевич. Ладно, чтобы не Путин. Народ, вот давайте еще раз. Что сложно? Сложно придумать это все. Да, сообразить, как оно... Это хороший мысль. Раз. Зафиксируйте. Еще. Я в этом не думаю. Ну, даже сказать, что если такой же интенсивностью будете двигаться по карьере, как сейчас интенсивность, я думаю, что вы на пару кар через пару лет вполне выйдете. Это наше элементы, ну, рабочие. Что за MUR? Это просто название наших кнопок. ID-шники наших кнопок. Ну, move up, move left, move right, move down. Так, подождите, у меня вопрос. L – это наш объект, который движет. Элемент 1. Вопрос. А вот этот элемент бегающий, в идеале с помощью, я div. Просто там не вижу. Div. Просто обычный div, да? А. Алфавит понятен, как работает? Да, нормально. Самое занятное, что пока да. Аж удивительно. То есть смотрите, ну. Сейчас оно должно постепенно сходить. Это вот jQuery, вот так, да, я сейчас так скажу, то есть не надо потом повторять без протокола. Когда я рассказывал про усилие, это самое, оно страшно сложно, кажется. Ну, я думаю, что у каждого. Вот там, эти все элементы, блин, карусел, там,
это реально сложно, потому что вот, ну скажем, в русском языке там 4000, там 40000, сколько там, 400000 слов. То есть если вы будете учить все слова, да, все слова, это можно потереть. Но в русском языке столько-то количество слов, там части речи там 10, и у каждой части речи есть какие-то правила. Вот там, ну, глагол, там, подлежащий, существительное, прилагательное, ты можешь не понимать. Ага, если такое это действие, значит я должен понять, это существительное и какое уже оно. То есть здесь примерно вот на этой картинке такая же ситуация. То есть вот здесь у нас есть существительные, вот это вот. То есть мы к каким-то объектам обращаемся. То есть они что? Вот это по имени. Вот это и прилагательные. Ну, да, по там, по классу. Там. Взять все существительные, которым соответствуют какие-то прилагательные. И с ними там что-то сделать. Проглаголить каким-то образом, да? Ты сделал? Атрибуты вот там. Ты сделал? Манипуляция, да, там добавить мне что-то. То есть сделать какой-то глагол. Кровь. А? Кровь. Также, ну, в jQuery получается такая же схема. То есть есть подлежащее, это вот какие-то элементы, существительные, это какие-то элементы, какие-то прилагательные, свойства этих элементов, те или иные. То есть мы можем на селекторе, можем как-то ветвление, как я здесь сделал, по сути, это вот мое ветвление такое, прилагательное. Вот, да, я говорю, ну вот это прилагательное. Ну, и сделал какой-то глагол, то есть наделил его еще чем-то. В работе с любым элементом у вас всегда будет, что вы делаете, то есть вы должны его выбрать, то есть элемент какой-то из всех, да, на кого будем распространяться, на этого или на такой-то класс объекта. И что мы будем делать? Мы его двигать будем, то есть изменять какое-то свойство, то есть мы будем там хайм делать еще значение за ним. То есть у вас должна быть вот эта вот схема в голове. Если она у вас будет, то вы будете очень уверенно себя чувствовать, потому что все вот эти плюшки, они все равно раскладываются на элементарные части. Если вы знаете, как работать с элементарными частями, вас не ведешь в заблуждение. Потому что это из опыта, да, говорят, там, когда приходят, вот, посмотри, какая вот там круто, какое-то волшебство, там, ну, JavaScript, ну, подожди. Где там код, где он запускается, как оно там делается, вот так. Ну, когда там человек не работает, подожди, что ты делаешь, что там тогда, ты все вопросы раскладываешь на вот эти составляющие. Это очень спокойно себя чувствуешь в любой ситуации. Ты понимаешь, что нет волшебства, нету нерешаемых вопросов. Оно, бах, где-то сидит, его просто не найти. А для этого ты занимаешься, чего все устроено. А все устроено опять же. И элементы, да, допустим, jQuery. В JavaScript там такой же. Понятно вот этот подход? То есть нам нужно, в первую очередь, вам что вложить нужно в голову? Вот эта схема таблицы. Вот эта шпаргалка очень хорошая. Желательно выучить все. Чтобы любой элемент, который есть там в jQuery, например, вы знали, что он делает. Вы знали, ага, вот потому что помните визуально вот так, ага, события, оно вот здесь, вы прям доставайте его образно, вот такие события. Это очень помогает. То есть вы должны эту структуру себе заложить в память. Даже если вы там как-то что-то не помните, вы вспомнили, ну, вы понимаете, что это есть. Но я буду, каждый раз мы будем начинать себя таблицу, пока я не уверен, что вы ее прошли. И посмотрим, вот JavaScript и по CSS, наверное, мы тоже похоже найдем. И тоже, чтобы у вас вот эти все элементы были. Потому что там скоро экзамен. А что с экзаменом, вот вы говорите, скоро экзамен? Что там на экзамене? Там есть, там вот какие-то вопросы, ну, которые, ну, как бы, задания, которые вы должны будете выполнять. Вот, нужно, ну, по сути, по всем этим самым, то есть я буду готовиться, а вы элементы, чтобы вы выбрали. А где он будет? Это будет онлайн-тест или это будет мгновенно? Как оно будет происходить? Я не знаю. Пока не ставили в известность форме. А вы узнаете? Посмотрим. Ну, я спрошу.
Вот. То есть это то, что нам нужно прийти. Вот. У меня большая просьба на будущее, в этот момент, понимать структуру в первую очередь. То есть искать суть, когда вам что-то объясняют, поймите структуру. Вот мы по одной теме попробовали идти по сайту. То есть смотрите, вот та же самая схема. Там, я сейчас покажу, да, WordPress, например. WordPress, AutoCAD, все что угодно, любая CMS. У них есть какая-то внутренняя структура. Вы должны понять, из чего она состоит. А для того, чтобы понять, из чего что-то состоит, у вас должно быть что? Причина и следствие. В данном случае вот это вот все, это причина. Вот jQuery — это причина. Следствие — это то, что мы видим на экране. А вот это причина. Она лежит, ну, понятно, у вас где-то на компьютере. Вы ее запускаете, можно посмотреть в исходном коде. Вот там лежит причина. Изменив причину, мы получим следствие. Во всем программировании, во всем, это первая задача, которую нужно понимать. Что не работает? Это какова причина? Да? Что я вижу? Ошибка та или иная? Да? Я должен понимать, вот к этой причине, следствие, видите, то есть внешний вид, там, как работает программа, это следствие. Не работает какая-то ошибка, ну или выводит что-то в консоли, не запускается вообще. То есть это средство. Я должен понимать, какие причины ведут к такому следствию, хотя бы на базовом уровне. Ну, а лучше вообще в принципе понимать все причины, понимать, почему оно, какое следствие ведет. То есть такой криминалистика. Кто этот баг? Где он может сидеть? И дальше думаем, ищем, находим. Там у нас юристов нет. А? Юристов нет. То есть они тоже могут быть программистами. Да, я не могу. Они тоже извиняются, но даже не могу. Юристы гуманитарии. Спасибо. Да, меня уже все, в черный список не спит. Ты уже там давно, кстати. Горцы, город, за сестру, а там спит. То есть, что у нас есть по сайту? Смотрите, сайты состоят из двух элементов. Это файлы и база данных. Все сайты состоят из файлов и базы данных. В файлах есть тоже два типа, скажем, составляющих. Первое – это бэкэнд, это то, что касается PHP, там ASP и так далее, то, что вы не видите в браузере, то, что на сервере, и фронт-энд, знакомое слово, это то, что мы видим в браузере. То есть, первое, файлы, база данных где-то есть, есть скрипты, которые обрабатывают базы данных, и есть внешний вид фронт-энд. Вот. Это то, что вам нужно понимать при работе с любым сайтом. Я сейчас покажу, открою сайт, да, но перед этим я объясню, что вам надо, попрошу вас запланировать какое действие. Вам нужно будет, если нужно объяснить, я тогда остановлюсь на этом более подробно. У меня большая просьба, чтобы каждый, кто там планирует там в работу, это как дополнитель, я думаю, что на все группы это пойдет. Мы с вами обрабатывали программу чуть раньше. То есть желательно, чтобы у вас появился бесплатный домен, бесплатный хостинг, и там вы поставили все мастер, лучше там все основные CMS поставили, в которых можете работать. Там, WordPress, AutoCAD. Ну, показывать, что будет WordPress, AutoCAD. Можно попросить в Skype скинуть бесплатные хостинги, которые вы рекомендуете? Кого? Другой вопрос. Я скинь в Skype. Это всех касается. По-хорошему, нам нужно сделать проекты с своей страницей персональными. Очень хорошо. Какой-то есть, ну, вот чисто как бы преподавателем, какой-то нравится макет чей-то, чтобы не сильно такой заумный, но тем не менее, чтобы было легче, чем в уме. Для чего? Для персональной страницы. Ну, я склонен к двум типам. Я считаю, что есть два две точки, к которым стоит стремиться. Офигенно! И как я умею сейчас. Это две точки опоры. Ну, скажем, ну, может, еще совсем просто, да? Вы совсем просто идете к тому, что вы сейчас умеете, и стремитесь к офигенно. Ну, хорошо, да. То есть я считаю, что должно быть так. Ну, как я думаю. Вы берете и
делаете максимум того, что вы можете, это лучший вариант. Если вы хотите коммерчески, вы берете там и скачиваете какой-нибудь готовый вариант. То есть лучше всегда, лучший макет в данном случае, который вы сами сделаете, проектируете, не реализуете. То есть если вам нужен образец, это как раз должно быть очень хорошо там тогда. Образцы лучше посмотреть, вот я говорил, вот здесь. Как оно хорошо, красиво, супер, ходите сюда. Если вам нужно готово, то есть, ну, есть там, я не смотрел, там чистых я обычно там был в WordPress, когда, но в части плагина WordPress там есть и VSD-макет. В некоторых есть, в некоторых нет, это уже надо смотреть. Есть бесплатных много макет. Вот. Что хочу показать сейчас. Вот эти. И у меня будет просьба к вам задания, для чего? Чтобы мне вас ввести в процесс, да, вот, например, грубо говоря, если вас пустить сразу на проект готовый, так, вы там что-то напортачите, ну, может быть, да, можете напортачить, например, бета-пасс. То есть правильный подход какой? Есть понятная задача, да, вот какая надо делать. Вам дается задание аналогичное, то есть вы это делаете сначала на своем тестовом, то есть вы там не боитесь что-то поломать. Вы делаете. Когда у вас получается, я говорю, да. Я смотрю, то, что надо, вы сделали. Вот. И тогда это вы сделаете, на вот здесь то же самое. Вот. Тогда это вполне такой безопасный вариант. Потому что если у вас сразу не готово, это немножко сковывает, потому что ответственность и так далее. То есть задача какая? Вы делаете... Куда? Сайт, да. Сейчас я расскажу, где как что. Ставите там WordPress и в подкладке OpenCart, мы в одну базу. Вот. И дальше я просто буду на разбрасывать группу сделать. Я скину типовые задания. То есть вы выполнили задание, мне отписались, я понимаю, что вы это понимаете, как это делать, и тогда уже даю задачу на конкретную реальность. Окей? Окей? Вот. Потому что, смотрите, есть долгоиграющий процесс. Ну это из русских штук. То есть там есть большой сайт отрезающих товаров, его нужно будет перенести на новый движок. То есть он как бы обновляет нет смысла, там OpenCart старый, OpenCart новый. Там, скорее всего, нужно будет перебрать и передаст. Вот. Ну, перенаполнить. То есть посмотрим, может как-то быстрее, но есть какая-то. Там мы сейчас будем составлять на понедельник, когда будет представить проект. То есть, если кому интересно подолбаться немножко на денежку. Там небольшая денежка будет, но вот. Говорите, мы вам нужно будет еще поставить OpenK и начать играть с того сайта, заливать, мы покажем, вот работа, да, нормально, я вижу, что работа такая, там, просто если мы говорим о один человек, а может на теперь потом разбросали очень быстро. На радость, потому что надо это спать. Вот. Понятно, да, задача?
То есть вот таким образом мы будем плавно входить в процесс. Потому что заказов, в принципе, заказов достаточно много, вот таких простых, то есть вы плавно объедете. Я просто, с моей точки зрения, по формату карьеры, очень важна плавность карьеры. Сложно, вы сейчас тут, у вас большой шок, как я там допрыгну до этого джуниора, не допрыгну, непонятно, статус, да, там есть такое понимание. Вот. Поэтому желательно делать как я это называю, безрисковая стратегия, или там низкорисковая. Вы делаете то, что вы умеете. И ваша первая задача найти ту задачу в сфере новой, которую вы можете, вы делаете, она полезная, она из этой сферы, но она уже приносит доход. То есть вы начинаете делать, да, и у вас есть время на развитие. То есть вы делаете, повышаете свою квалификацию, и опа, новое. Но за счет того, что вы постоянно в теме, вы помните, думаете об этом, работаете. То есть вы въезжаете в тему. Потому что если сразу, то, что говорят, там, люди нам на третьем, после третьего месяца наших курсов устроили джуниорами, ну это же явно люди, которые пришли не с нуля. То есть не то, что этот человек вообще не знал, чего там это самое, и вот его взяли в джуниор прямо на третьем месяце. Джуниором. Все понимают. Не, он, конечно, может быть и тот самый, он там с вечера сидел, да, может быть. Но в принципе нужно понимать, что это ближе к краю, предельным точкам. А нам нужно сделать так, чтобы, ну, как бы, я ставлю задачу какую, чтобы все из вас нашли работу. То есть, можно сейчас вот знать там, лучшие там и так далее, я специально, то есть, если кому-то там нужно, скучно, понимаете, я люблюсь на середине, ну, как бы, чтобы у всех было понимание в глазах. То есть, если вам чуть-чуть скучно, я дам дополнительное задание. Но моя задача, в первую очередь, чтобы все сдали там базовый тест. То есть моя задача такая, потому что если хотя бы один из вас не устроится, это будет большой минус. А если хотя бы один из вас устроится не на 1500 долларов, а там на 1000 долларов, ну я не буду сильно переживать, а я, потому что вы потом докинете. Кто-кто, мы точно вообще переживать не будем. Я думаю, ни одного человека настолько переживает сегодня. Значит, кто-то после нашего курса уйдет в горники. Все, я вакансию есть. Да. На минималочку. Я вообще на то, что я пишу, не понимаю, что не парники. Слишком много. Реально быстро. Есть пословица такая, что там про вора. Смотрите, задача номер раз. Давайте Гриша. Я не будем затягивать. Значит, я сброшу все в этот самый. Сайты, которые нужно запомнить. Nick.ua. Здесь нужно сделать себе домен бесплатный.ua. Да, я спрошу. Это раз. Второе. HOUA. Здесь можно хороший бесплатный хостинг подключить. Бесплатный реально. Потому что на хостинге это 15 гривен смс. Вот. Вот это двое вещи. Здесь домен, здесь хостинг. То есть, если у вас есть квалификация, как сейчас
фронтенщика в целом, то вопрос настройки сайта вы сделаете намного быстрее. Но тем не менее, там что-то делать, а будет как бы одоверстать. То есть как бы база делать, и вы там все одоверстали. Так у кого-то нужно было внимание, так еще это и вам. И хорошо, вы там что-то подкорректировали, увидели, пошли. У вас это есть, так постепенно вы будете, ну, повышая квалификацию, брать следующий заказ. То есть вот такого подхода я исповедую их принцип. Потому что прыгать сразу, это, ну, я когда пытался залезть на 9-й этаж, это капец. И все предложения, если вам предлагают какую-то крутую должность, ну, это не обоснованно там, на данный момент, это развод, скорее всего, или какая-то ерунда, или там, потому что, поймите, предложения бывают хорошие, но они не будут на больше, чем на 20-30% лучше, чем там, где вы сейчас находитесь. Ну, значит, это фантастика. Кроме случаев, когда вы делали это, вы не знали, что это дорого стоит, да, бывали такие случаи, когда там запас прочности большой, но вы тоже должны понимать, почему. Поэтому, если вы куда-то идете, поймите, почему вам платят им такую зарплату. Это надо разобрать. Окей?